Подведение итогов 2018 года завершается отчетом главы Северского сельского поселения. В здании Северского дома культуры состоялась встреча глав поселения Игоря Крикуна, сотрудников районной и сельской администрации, а также депутатов и глав ведомств и служб с активом поселения. После подробного отчета об освоении бюджета за 2018 год и освещении результатов работы в сфере ЖКХ и благоустройства началась открытая дискуссия. Станичники задавали наиболее актуальные и волнующие их вопросы, которые касались санитарного состояния поселения, эксплуатации канализационных коммуникаций в поселении и движения большегрузных транспортных средств внутри населенных пунктов. Наиболее остро стал вопрос расширения Ильского нефтеперерабатывающего завода. Жителей волнуют последствия грядущих изменений и законность изменения статуса земель, выделенных под застройку. Так или иначе, эта тема все еще остается открытой. Текущих задач и нерешенных вопросов остается еще много. Граждане поблагодарили главу поселения и администрацию за проделанную в 2018 году работу и выразили искреннее желание эффективно сотрудничать и в новом 2019. Во Львовском сельском поселении прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». Свои кандидатуры выдвинуло 3 кандидата. Отдать свой голос на избирательные участки пришли жители села Львовского с активной гражданской позицией. По итогам праймерис от партии определена кандидатура Людмилы Николаевны Поворотовой для выдвижения на выборы главы поселения, которые пройдут в марте 2019 года. Знать свое отечество так же важно, как история своей собственной семьи. Но нельзя забывать, что мы сами – часть нашей Родины. В детско-юношеской спортивной школе «Станица Северская» прошла игровая программа «Родина начинается с меня» в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. В ней приняли участие воспитанники Северской ДЮСШ, отделения спортивной акробатики, руководитель Марина Кахраманова. Эти ребята, как никто другой, должны быть сильными, быстрыми и ловкими. Перед началом соревнований воспитанники продемонстрировали свои успехи в постижении искусства акробатики. Ребята ожидали увлекательные эстафеты, такие как бег по кочкам, метание дротика в цель, перетягивание каната, эстафета в военной форме, где каждый из участников смог примерить на себя военное обмундирование, а также викторина «Родина начинается с меня». В конце игровой программы юные спортсмены дружной колонной отправились к памятнику Семену Соболеву, где почтили героя минутой молчания и возложили цветы. В Третьяковской галерее проходит выставка картин Сергея Зарянко. Имя этого мастера сегодня мало известно, однако в середине 19 века его слава едва не затмила Карла Брюлова. Зарянко – прославленный портретист. Особенность его работ – фотографическая точность. Жемчужина экспозиции – изображение княгини Марии Воронцовой. Это светская львица Петербурга. На портрете она еще невеста. Предположительно, картина – заказ ее знатного жениха. Но вот при этом он не льстит модель. Я бы не сказала, что он ей так прямо льстит. Для него чем точнее копия, тем лучше можно было передать дух человека, его характер. Поэтому он старался рисовать свою модель именно такими, какими они были в жизни. Зарянко родился в 1818 году в бедной крестьянской семье. Начал работать в 15 лет. Талантливого юношу приняли в Императорскую академию художеств. Изначально он мастер интерьерного жанра. Одна из работ – «Белый зал Зимнего дворца». Зарянко писал ее с натуры, приходя на сеанс более 10 раз. Он работал очень долго. В 1843 году он выполнил вид Никольского собора, за который потом получил звание академика. И вот он в процессе работ даже испортил себе зрение от перенапряжения. И потом он в дальнейшем одним глазом очень плохо видел. Позже с расцветом фотографии слава Зарянко померкла. Вот одна из последних работ. Художник написал ее незадолго до смерти. На картине его младшая дочь Наташа. Она была актрисой. Умерла в Петербурге во время блокады в 1943 году. В конце жизни его искусство иногда даже стало восприниматься каким-то анахронизмом, что, впрочем, не мешало ему иметь своих заказчиков, поклонников. Он много как раз последние годы работал над серией портретов для императорской фамилии. Выставка проходит до конца марта.